Бля, давайте только не весь матч верно. Да как получится, Серег? Сейчас будут навесы. Я, конечно, не против, но, блядь, хотелось бы и низом немножко. Вот и низом покатаешь. Ты как раз там не можешь верно, блядь. Парни, камера в жопе. Да и похрен. Выбивал. Да не надо, давай. Давай, поехали на заброс. Лаутит? А чё, это проверка с нами? Да, да. Бля, у нас заброс проебал. Паны вообще. Гадалупа. Голевой заброс. Я мяч. Да камера была у вратаря. Да все, ебальники закройте, блядь. С нами вообще, Вов, или как? Че? Ебальники свои позакрывай. Все, играйте. Играйте, блядь. Блядь. Играть, блядь. Хорош. Еще подкат. Скорпионом, блядь. О, Black Spider у них на воротах. Аслан, твой друг. Твой друг. Таха или Саха, как его? Саха. Тахо. Шевролет. Тахо. Привет, Тахо. Сахо, бля. Серег, ты должен в очко ему тогда забить. Косячок. Или дать. Не знаю, Серега. Зачем? Ну, в смысле, да, блядь. Поставить дружбу. Блядь, всё началось, да. Ты со своими очками уже задолбал его. С тремя очками. Эх, блядь. Не о том вы думаете, Сергей. Бля, фланг провален, фланг закройте. Там Аслан. Ой, это да. Там пух у нас, какой провален. Сколько вещей можно дать, блядь. Оп, хорош. Отдал в очку. Все, низом покатались, забрался. Бля, ну что на спринте-то по защите без. Бля, как бы ты без спринта нахуй? Пух нахуй вырежи и стрим отдать в очко нахуй. И сделай нарезку 10-часовую. Давайте, давайте, блядь. Давай еще выше. Кто выше, тот капитан, блядь. Точно? Дайте мне еще мяч, я покажу, блядь. Блядь, заблочил. Хорош. Давид, еще, блядь, Давид, ебанулся, что ли? Это вы не сад был. Давид, я ударом не был. Да я там в руки, блядь, нажал. Ладно, все, тихо. В очко даете. Таются. Давид опять подкат был сумасшедший. Ваня, у меня тут это много. Да да, и все. Выбей просто и все. Ну не ваут же. А ты уточнял? Ты уточняй, да. Всегда недовольны. Да. Как не дай, все недовольны. Один мне там дальше, другой еще как-нибудь дай. Так, пошлите вперед. Ебаш туда. Во! Блядь, все, побежали. Игра, блядь, вошла у гордовская. О! Ну, блядь, че по голду у гордовской. Чуть в очко не дали. Сразу опасность. Два паса и поле пройдено. Два паса и гол, блядь. Какой тренер в мире так не настроил? Ну, опять в ноги путь. Короче, это супер тактика. Да. А-ля Мурини. Бля, Давид быстрее. Давид, у тебя меч долго, это опасно. Если никого нету, как дать? Верхом. Крейсер побежал, блин. Оп. Оп. Читает, Давай. Хорош. Вот я тоже так люблю бить, нахуй. Близи к дальнему. Это вообще, не в очко, конечно. Вот это для тех, кто очко любит давать. Ну это не в очко, но пойдет. Леня, шире, Леня. Смотри там. Леня, шире очко почти, держи. Это почти в рот было. Саха еле вернулся. На брызгами задело.
Хороший. Че это? Стоим по линии. Влад, ты не слышишь, блядь? Подошел к линии. Сейчас. Ты что, тренера не уважаешь? Он тебе Серег, сейчас... вот в центре возьми игрока, да-да-да. Серег, борьба. Леня. Смотри, да. Бегай. И дорогие. А у нас записывается стрим? Записывается стрим. Ну, Влад, ёбаный народ, считай, куда ты побежал, дальше надо. Эх, ВДЛ упал. Аслан, тебе надо было ужас играть, блядь. Куда уже? Я в центре был. А как тогда его проебали? С другого фланга дали пас в разрез. Нет, дали с центра разрез. Ну, с центра, но ближе к левому. Там, если фри куда-то смещался, то надо было тебе тоже, я не знаю, то ли надо чуть поджали. Сюда. Я его за задний стол щупнул. Там хитрый розыгрыш готовится вот через девятку, потом на нигера. Нихуя, откуда ты узнал? Заброс и все. Ну. Это опасно. Читаю. Корпус, корпус, корпус. Я хорошо, посмотрю. Ты зря побежал так сильно. Вперед. Там легкий перебросик его проходит. Перес. Перес. Зашибись. А чё вы там? Ебать. Биля в упор промазал. Назад, блядь. Так, а я где? Не на стенке? Игу. Я очень хотел забить, блядь. Ты розыгрыш ослан, Серёга. Вот, блядь, перевод. Хорош. Какой перевод? Далек, смотри. Блять. Прострел? Да. Прострел. Аслан, что не замкнул, блядь? Не зашел в зону, поэтому... Рост маленький. Блять, надо было вас стопать. Что у тебя маленький? Пись. Девятку полетел бы, я бы угарнул. Блять. Ножки, ножки. Че ты врезаешься, блять? Да сам, ну. Влад, блять. Что? Привет. Какой мяч был? Уже не... Было бы забавно, если бы эта хуйня полетела по ворот. Я представляю, как он бы отбивался. Это рама бы вошла. Он бы крестился. Блин, почти забился. Пипец, в упор, блин, с центра промахнулся. Пух и не такие замыкал. Да, посложнее. Такие замыкал. Ну все, просто опыта не хватает, Джек. Да. Да хули ты такаешь, блядь, ты проебал игрока. Да он быстрый, хули ты пристал. Ну я-то успел своего закрыть, почти простыл. Ты ясен хуй, хули успевать, ты был, короче, ближе. Я просто пораньше побежал. Ну ладно, все. Не забили, и все. Забили, мы другой разговор. Ой-ой-ой. Ты заебал, ты нормально что-нибудь сделаешь. Кроме гола. Кроме брызгания. Фрид, ты чё ты удержишь? Ты что, ревнуешь, что ли? Да, я тоже хочу его подержать. Да ёпси, блядь, не бояться так даже, давай. А чё вообще? Вот смотри, опять я не успею. Лёня вообще где-то в центре тусуется.
сегодня уже один пустил за спину. Тоха упал, штрафной. На одну вышли или не вышли. Пойди. Я думал, там Серега тут уже далеко-далеко, а ты наоборот. Ух, ты ждал такой пас. Это вынос был, блядь. А чё, вроде левая нога, три звезды вроде стоит. Не две, нахуй, как обычно. Хорош. Типичный игра олдскварта. Коленки даже навешиваем, блядь. Сука. Даже форвард навешиваем. Блять, Влад, ёпта. Чё значит? Я не знаю, что он прыгнул. Бля, опять не нажал, значит, чё? Опять не. Забить не может, блядь. Я опять не забил. Я давал тебя забить. Пиздец. Ладно, я спас твою жопу, блядь. Не надо, на 40. Не надо писать, блядь. Ну я дал, ты уже с вайтхасом нахуй. Там, ладно, флип. Давай. Давай, давай, Серег, давай, давай. Он не вышел, вратарь, давай. Да бля, не в очко, Серег. Не заломодящим просто. Серег, ты, это, да, да, ЛБ, РБ. Да, тихо, тихо. Ебальники закройте. Ну, сука. Газаев. Давай, Далька. Не знаю, давай, Далька, 11, Жек, побежишь. Раз, два, три. Ебать, он так стал, блядь, назад куда-то, даже не долетел. Блядь, надо было... Ну это позиция, как он не принял, он на 2 метра меньше, но... Давай, давай, давай. Пиздо, Серега не может забить. Сырый гол, какая-то сырная. Треугольная. Бля, он весь в борьбе, но... Тухлая. Бля, я сломался. Я сломался, нет офсайда. Да хуй с тобой лежит, ты забрал. А, нет офсайда. Ух, я руку сломал. Бля, я говорю в очко нахуй, а вы в него, блядь. Попасть. Просто он очко. А очко-то в нем. Надо в него, а. Попасть надо. А там смерть Кощеева зарыта. Может смерть Кракена зарыта? Кракен без смерти. Все, давайте турбо режим. Да, между ну, я их понимаю. ЛЗ и ОЦЗ. Да, на край туда. Да. На край, ну ладно. Серег, давай, давай, штурмуй. Так, следующая линия нахуй. Ебать, вы охуели, блядь. Нихуя без защиты не могу. Да вставай, блядь. У меня второй, мам. Разлегся. Он свое очко проверял, блин. Прилипло к полу. Прилипало, блядь. Хорош. Хорош. Блядь, не повезало. А нахуй ты притормозил-то? Может, куда-нибудь что-нибудь? Сейчас, давай.
Ну сейчас посмотрим. Эй, их на ближке. Ну, может ближку? Дальнюю можно опять войти, я сюда, забегу. Андрей, ко мне тоже. Давай на дальнюю. Ты тоже сюда подойди. Все, стоим на... Так. Навешивай их. Под удар, под удар. А можно мне к вам? Раз, два, три. И все ушли. Блин. Блин. Твою мать, блядь. Давай, давай, подавай. Хорош. Ну, блядь. Двойное нажатие, блядь. Двойной удар, блядь. Жан-Клод Ван Дам. У него красный загорелось, по-моему. Кого, блядь? Ну, Фри. Пизда, Фри. Серёг, блядь. Иди нахуй. С клуба, блядь. Ну, зачем, блядь? Ой, блядь. У вас что, двойное это на навесах, что ли, стоит? Я вернул мой в расстрел. Блядь, вы с Вовой, блядь, вообще в таком порядке. Можно, Ваня, можно я на ЛП следующую игру? Два Ибрагимовича. Может, никто не будет на ЛП следующую игру? Оставь там бота. Один... Аслан, один Ибрагимович. Один Ибрагимович. Я две голевые дал Сереге, он мне одну не забил. Я упал. Если бы я забил, они были голевые. Давай, 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 давай. Ух ты, там это, вырежи, как я головой сейчас в землю воткнулся. Потенциально голевые. Туда на... Бля, а чё за хуйня? Второй раз подряд, блядь. Инвалид. Ой, блядь. Да ну, ой, блядь. Может, перенесём? Паралимпийц. Ебать. Ваня, ты больше это на вынос. На это, на удар делай. Он навесом выносит. Вообще-то это на удары было. Да чё ты гонишь? На удар нормально идёт. Как у Аслана за воротами. Короче, все, давай забьем. Уже 90-е пора. Стеночку, ну. Это от Сереги все зависит, от нас-то ничего не зависит. Серега любит замах делать. Со мной стеночку играть. Хорош, хорош. Хорош. Ебать не поебать, да. Аккуратно, аккуратно. Лёнь, да пора уже пинку, не бойся, бросит. Аслан, блядь, центр закрой его. Давай, давай, давай. Да все, сейчас ничего не будет. Серега, офсайде, давай, давай, орёт.